Привет, Омск! Рад сообщить, что в вашем городе пройдет процедура выдвижения моей кандидатуры на президентские выборы. Так решил ваш региональный штаб, и я очень благодарен за эту поддержку. Я хочу быть кандидатом от Омска. Для выдвижения нужно будет провести собрание численностью не менее 500 избирателей, и оно пройдет 24 декабря в 13:00 на улице Декабристов, 91, площадь перед зданием СКК имени Блинова. Приглашаю всех желающих принять в нем участие. Заранее большое спасибо. Все подробности по ссылке в описании ролика.